Всероссийская гонка «Лыжня России 2020» в Чувашии все же состоялась. Выручила трасса регионального биатлонного центра. Там сохранился снег. За участниками массовых стартов наблюдала наша съемочная группа. Из-за аномально теплой погоды в этом году дату проведения лыжни каждый субъект выбирал самостоятельно. В субботу вместе с чебоксарами на старт вышли еще 17 районов республики. В столице массовые заезды впервые состоялись на базе регионального центра биатлона. Именно там удалось сохранить нормальную лыжню. Для участников гонки даже организовали трансфер от Чебоксары-арена. Активная часть программы открылась VIP-забегом. В этом году его дистанция составила 2020 метров. На самом деле лыжня подготовлена просто отлично. Погодные условия замечательные. Самыми юными участниками лыжни России стали 4-летняя Александра Кускова и 5-летний Никита Маклашкин. Самый массовый заезд на 3-километровую дистанцию. Он для тех, кто не представляет свою жизнь без лыжни. Через год после окончания финской войны мы переехали в город Выборг. И вот там уже в двухгодичном возрасте у меня уже были свои лыжи. Нынче у меня 80-й год, как на лыжне. Без спорта никуда. В этом году в Чувашии в массовой гонке приняли участие около 47 тысяч человек. По всем составляющим сегодняшнее мероприятие получилось. В первую очередь на наличие снега, отличной погоды, солнечной погоды. Ну и самое главное, улыбок на лицах участников. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика.